Танцы после обстрела. Донецкий танцевальный коллектив продолжил тренировки, несмотря на разбитые окна и осколки в стене. Помещение пострадало в результате разрыва снарядов, выпущенных в ВСУ. В ансамбле «Радость» занимаются около 80 детей от 4 лет и старше. О том, каково это учиться танцевать, когда идет война, в материале Роберта Ключерева. Недавно, во время последнего обстрела, пострадало наше здание и зал непосредственно, где мы занимаемся. Вот у нас память, осколочек остался. Значит, из всех наших окон, которые находятся в этом зале, осталось одно лишь целое. Остальные, естественно, все побитые. Есть даже такие, которые страшно открыть, потому что они совсем в аварийном состоянии. Вот. Ну, естественно, было страшно ходить, но нам отдыхать некогда. У нас через месяц защита звания. Вечером прячемся, утром на занятия, потому что нужно заниматься. Все, быстренько теперь переодеваемся. Мы с Дашей одновременно пришли на танцы. Мы занимаемся с ней 8,5 лет. Мне нравится заниматься танцами, потому что, как бы говорят, что спорт – залог здоровья. Из-за того, что здесь очень сильно стреляли, мы переезжали во второй лицей. Мы занимались, и как бы мы начинали стрелять. Это было сначала тихо, потом еще громче. Когда начало уже ближе падать, мы выбежали в коридор. Мы подождали, пока все утихнет, и потом все пошли домой, когда было тихо. Прежде всего, наверное, мы думали за свою жизнь, за жизнь своей семьи, родителей, бабушек, сестер, братьев. И пошли. Давай, речь, толкайся. Боевые действия, так значительно повлияли на поведение сейчас, на характер. Немножечко, может быть, у кого-то психика теперь слабее стала. Они там начинают бояться, когда я очень сильно кричу, я могу немножко наорать громче, чем надо. Но это все в воспитательных целях. Немножечко теперь сложнее стало заниматься, но все справляемся с этим, все в порядке. Дети абсолютно адекватно реагируют, уже просто как минимум привыкли, а как максимум, все понимают, им тут сейчас не по 3 года, они уже немножечко выросли раньше, чем надо было. Говори еще вниз, давай. Они меня любят, я надеюсь. Любите ж меня? Да! Здание нам обещали восстановить, поэтому надеемся, что восстановят нам окна, и будем мы продолжать наши занятия в мирном Донецке.